Приветствую на моем канале. Это такая штука интересная. Иногда, да чаще всего, в принципе, Всевышний начинает наставлять именно тогда, когда ты залезаешь в какую-то соцсеть. И вылезают высказывания некоторых людей. Я не хочу сказать, что люди сами по себе, вот эти вот, которые выставляют эти высказывания, они плохие или нехорошие, или что-то у них с головой там не в порядке. Вообще не в этом суть. Потому что я со своей стороны могу тоже какую-то ляпнуть на дичь, наверное. Вот, но тем не менее Дух Божий во мне. И Он наставляет меня. Кстати, если кому не лень, болитесь, пожалуйста, чтобы я наконец перестал болеть. Задолбало это заболевание. Простудное. Вот. Да, не, ну, приходится, конечно, трудиться, работать. Вот тут машину ремонтирую. Правда, сегодня она холодная вся. Все холодное надо будет. Ну да ладно, делать надо будет. Ничего не делать. Вот, значит. И вот одно из высказываний, короче, сегодня вылезло, я уже текстом, в принципе, написал. Это не какое-то особо новое откровение. Нового-то тут особенно-то ничего нету. Это достаточно старое откровение, но Иешуа, он же, так скажем, вне времени, откровения, они всегда вне времени. Оно всегда актуально тогда, когда это необходимо. Вот. Это все равно, что ты подошел к яблоне и сорвал яблоко, съел его. Потом ты через год подходишь, говоришь, о, старые яблоки. Хотя оно уже новые дало яблоки. Но в принципе вкус-то тот же самый остается. Вот. Вкус-то то же самое остается у яблок. Ты ж из-за этого теперь... Вот, то есть понятно, да? Ну вот, ладно. В общем, смотри. И люди называют Библию... Подожди, Давид сейчас, Кристина подойдет. Сегодня детей пешком до детского автобуса. Машину в ремонте. Ну, значит, люди называют Библию откровением. Откровением Бога людям. Ты знаешь, когда ты вот идешь к какому-то городу, когда ты идешь к какому-то городу или едешь, неважно, едешь, идешь, ползешь, летишь, вот, и ты видишь указатель. Указатель, который указывает тебе на этот город. Ты достиг этого указателя. И такой говоришь, все, пойдемте, идите. Вот. О! Я достиг цели. Увидев этот указатель. И ты начал поклоняться этому указателю. Ты начал боготворить этот указатель. Ты начал приносить... всякие вот эти вот штучки-дрючки этому указателю, приношения и жертвы, кадить этому указателю, думать, что указатель и есть та самая цель. Ты даже не вошел, поверить. Ты не то чтобы к дверям хотя бы подошел города,
Ты даже не подошел к дверям города, к воротам города. Ты подошел всего лишь к указателю на этот город. Вот это Библия, понимаешь? Как один из апостолов написал. Сие написано для того, чтобы вы что? Уверовали. И дальше что? И веру имели жизнь вечную. Не пытались Библию заизучать, хотя ты можешь Библию изучать, конечно, но цель не в этом, чтобы изучать Библию, потому что, поверь, пока ты изучаешь Библию, а не получаешь откровение от самого Иешуа, на кого указывает Библия, ты будешь искажать Библию, ты будешь искажать смысл, который... Он не в Библию вкладывает смысл-то. Вот в чем дело-то. Не в слова, которые в Библии записаны, вложен смысл. Я серьезно? Смысла в словах, которые вложены в Библию, нету абсолютно никакого. Только Дух Божий, Он приносит откровение. Он приносит осмысление, он приносит... Понимаешь, ты такой говоришь, о, мне нужна Библия для того, чтобы осмыслить Бога. Тебе не Библия нужна для того, чтобы осмыслить Бога. Тебе сам Бог нужен для того, чтобы осмыслить Бога. Но Бог дает тебе, в принципе, возможность обрести Библию. Для чего? Для того, чтобы ты понял, где Бог. И каждый раз, когда ты садишься читать Библию, Он тебе, внутри тебя, указывает на то, что Он внутри тебя. Открывает тебе что-то, наставляет тебя в чем-то относительно того, что ты читаешь. Наставление дает Он, ты скажешь, ну да, ведь Он же Библию как бы... Слушай, Он без Библии абсолютно может тебе указать на самого себя. Для этого у него есть даже люди, которые ходят уже в нем, ходят водимые его духом. Понимаешь? А ты такой думаешь, что ну, Библия есть центр вообще всей вселенной. Нет. Они используют Библию как материал для оправдания каких-то вещей, для материала, который как бы является неким таким сводом правил и законов, по которым как бы они думают, надо жить. То есть превращают Библию не в указатель даже уже. Они дошли до Библии. Дух Божий им сказал, возьми Библию и прочитай. Да-да-да, я как бы, ну, ты сейчас скажешь, а что ты тут вдруг это... Да, Дух Божий говорит людям о том, чтобы они прочитали. Для того, чтобы Духу Божьему что-то открыть им. А потом он пытался до них стучаться, но они отвергли его слово, которое внутри них открывалось. И восприняли внешнюю информацию как истину от Бога. И когда они восприняли внешнюю информацию как истину от Бога, они послали куда подальше Дух Божий внутри себя. И сказали, мы тебя слушать не будем, потому что ты сатана. Мы будем слушать вот того вот идиота, который там за кафедрой стоит и что-то блякает. Он твой глаз Божий. И начинают слушать вот этого. Потом делают из него башка, кумира, а он им давать толковать Писание под свой лад. Ну, теперь же он же стал Богом. Не истинный Бог. У них теперь Бог. А пастор из-за кафедры? Поэтому суть в том, что
Библия – это всего лишь указатель. Не ориентируйся на Библию. Ориентируйся на Дух Божий, дающий откровение. Он и есть Отец. На этом закон мира.